Салам алейкум, братья и сестры. Сейчас я оставляю этот ролик на случай, если вдруг окажется так, что в ближайшее время меня уже с вами не будет, чтобы вы знали. Я все, что я делал ради Аллаха. Я делал ради своей республики, ради своих братьев и сестер. Искренне и от души. Хоть вы говорите, что я хайповал и так далее, это не так. Аллах знает лучше. Если получится так, что меня не окажется в ближайшее время уже с вами, хочу, чтобы вы не забывали про мою семью, про моих детей так, как я не забывал про ваших детей, когда было тяжело. А мы будем создавать причины, чтобы этого не произошло. Всем салам алейкум.